Елизавета Иосифовна Пригожина, дочь известного русского продюсера Иосифа Пригожина и его бывшей жены Лейлы Фатаковой. Она прошла обучение в Швейцарии в колледж Дю Лиман и имеет хорошее взаимоотношение со своим папой и его нынешней женой, Валерией. Лиза пойдет по стопам отца, так как она учится на продюсера и хочет стать им в будущем. У Лизы есть свой канал на YouTube, которым она активно занимается. Также у нее есть хобби, она занимается спортом и музыкой, например, она прекрасно играет на фортепиано. Помимо хороших отношений с Валерией, она также дружит с ее дочкой Анной и сыном Артемием, они с Анной порой даже называют друг друга сестрами и проводят вместе много времени. У Лизы хорошие отношения со всеми родственниками, но в прошлом у нее была ссора с ее сестрой Данаей, она отметила, что Даная плохо выражалась об отце на телевидении. Лиза предпочитает не разглашать информацию о ее отношениях с детьми Иосифа от первого брака, но явных конфликтов у них нет. Сейчас Лиза проживает в Москве, ведет активный образ жизни, в особенности активно занимается спортом, как уже упоминалось ранее, берет уроки зумбы, это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских ритмов. Свое обучение в Швейцарии она закончила летом 2020 года и уже двигается далее, вперед к своей мечте, стать известным продюсером.